Доброе утро, Шарлиз, да тоже по лесу мы гуляем сегодня, я встретил опять девочек, вот модная Шарлиз у нас какая, ей уже сколько, годик, наверное, да? Полтора уже, как быстро, время-то летит, подожди-то тоже, сейчас мы снимем астрочку, подожди, а мы ее видели 3 месяца и было, только-только ее взяли, ну, а это у нас астра, она у нас вечером пыхает ошейником, а вот днем мы ее первый раз снимаем на видео. Так что всем хорошего настроения. Спасибо. Несмотря на мрачную погоду. Не, нормальная погода. Погода так и говорит. Обойди. Так и шепчет. Обойди. Иди к нам. Иди еще раз обойди. Обойди. А Татоша такой же упертый. Обойди. А это Татоша у нас. Мы снимаем мокрый снег. Вообще. Ну, Шарлиз, ты сегодня у нас... Дебютируешь, а будешь крупным планом. А то все как-то издалека получилось в прошлый раз. Все, спасибо. Всего доброго.